Мир Радио представляет. Всевышний Аллах говорит: «О сын Адама, не проклинай никого из тех, кого сотворил Я, ведь проклятие это вернется к тебе самому. О сын Адама, небеса держатся без какой-либо опоры, и только одно из имен Моих держит его. Так почему же сердца ваши не находят постоянства, когда Я ниспослал вам целые Писания? Знай же, о сын Адама, так же, как в воде не сделать камень мягким, так и никакие наставления не помогут зачерствевшим сердцам. О сын Адама, вода, которую ты пьешь, пресная и приятная, но ты не воздаешь мне хвалу за это. Ты ешь вкусную пищу, но не благодаришь меня за это. То, что причиняет тебе неудобство, с легкостью выходит из тебя, а ты даже не обращаешь на это внимания. Ты получаешь пользу, но никогда не задумываешься об этом. Ты не сторонишься запретного, совершаешь грехи и не страшишься огня ада. Ты не страшишься гнева милостивого, ведь вы, о сыны Адама, знаете, что все являетесь Аллаху рабами. Так почему же вы приступаете против Него? Почему смерть, которая для вас истина, так ненавистна вам? Вы произносите своими устами то, о чем у вас нет никакого знания, считая, что это незначительно, хотя у Аллаха это тяжкий грех». Мир Радио. Настройся на веру.